очередь хотелось бы рассказать, то есть идея была в том, чтобы создать какую-то площадку на постоянной основе. То есть это был первый шаг. Площадка постоянная, для которой дала бы возможность начинающим боксерам профи сделать первый шаг в мир профессионального бокса. То есть переступить черту, да, выйти из любительского бокса и стать профессионалами. То есть небольшая площадка, где нет большого давления там, зрителей какого-то, да. Но есть уже чувство, что это другой бокс, это профессиональный бокс. Мне кажется, сегодня мы справились с задачей. Подобное мероприятие, я думаю, в Молдове не впервые, но в Бельцах, я думаю, что это первое мероприятие такого формата. Планируем сделать эту площадку чем-то постоянным, что-то, что даст возможность молодым боксерам на постоянной основе боксировать чуть ли не каждый месяц. То есть будем набирать обороты сейчас. Сегодня география боксеров. У нас были боксеры из Израиля, боксеры из Турции, боксеры из Молдовы. В основном упор, конечно, делался на боксеров из Молдовы. Были ребята с юга, из Гагаузии, из Чадырлунги, да, ребята с севера, ребята из центра. То есть охватили всю Молдову.